Елена Клавдиевна, как дела у вас? Все хорошо. Пью антибиотики, пью хилокфорта, великолепно, прекрасное. Ну вот когда я трогаю, я понимаю, что у меня было что-то. А так. Елена Клавдиевна, через два дня после такой операции, удаления зуба и установка имплантов, вы прекрасно себя выглядите, прекрасно. Кладите голову, конечно, какое-то чувство дискомфорта есть. Все хорошо. Шовчики на месте, все отлично. Значит, два дня назад мы удалили зуб, был перелом корня со свищом, и установили имплант. Нарастили кость, десну. Поэтому вот у нас два дня после операции Елена Клавдиевна чувствует себя отлично. У нас еще здесь стоит три импланта, которые поставили полгода назад. Сегодня готовы вы поставить формирователи десны? Да. Все, конечно. Я в ваших руках. Отдаюсь вам, пожалуйста. Полгода назад поставили три импланта в область... Одновременно. И результат был такой же, как сегодня. Послеоперационный период протекал гладко. Да, никаких этих распираний, никаких болей, ничего. У вас стоит имплант, он зашит. Чтобы поставить коронки, нужно выход из десны создать. Сейчас я разрежу десну, достану заглушки. Достану заглушки, которыми закрыты импланты, и вместо заглушек кручу формирователь десны, чтобы создался выход. Наложу шовчики, и через две недели можно протезироваться.